Последний, что такой конь. Кнайф раунд заводит. Так, кнайф понесла кнайф раунд. Сейчас я запущу запись. Поехали. Итак, это Evil Force. Extreme Super Mega Ultra Cup. В котором целых 2 дня уже проходит групповой этап. Это кнайф раунд в игре Нидэними против Дабл. Дэмэш. Дабл. У меня просто дабл. И знаешь почему? Потому что я не прописал кавычки. Ясно. Вармап. Ребята, походу, передумали. Да, передумали играть. Да, еще одни рестарты на кнайф. Еще одни кнайфы. Все, вот теперь я думаю, дубль точно. Все закупаются. Да, ребята дропают, закупают арморы. Так. Пошли, ребят. Так. Молодой стоит. Молодой стоит. Он не как что смотрит. Нет, я нет, думаю. Нет, все. Все. Играем, ребят, смотрим. Все. Я даже сделаю вид, вот такой вот красивый ракурс сделаю, чтобы было видно. У тебя-то никто ничего не видит, все видят мой ракурс. Я в курсе, я для себя сделаю. А? Все тыкают на Е, как идиоты, и на фонарики. И все это, унижает мне FPS, понижает, точнее. Унижает мне FPS. Унижает. Твой FPS унижен. Да, FPS в зоне риска. Найс. Первый минус от коня. Два резаных, по-моему. Ну, конь, конь, по-моему, резанный. Нет, конь еще резанный. Конь сотый. Отвечаю. Ой, хедшот, ой, конь -3, конь -3. Он и вчера дал минус 4 хедшота подряд это было. Он вчера 4 хедшота дал еще. Опа. Ну и Караваев исправился. Выигран. Смерть молодого. О, нифига у меня так это. Выигран кнайф за карту. О, у меня экран бок. Ну вообще супер. Knife. Так, кнайф за сторону. Играться будет Даст второй. Да, судя по всему, так. Да. Есть. За стороны. Сейчас мы видим еще один минус 3 от коня. Пацан жесткий вообще, реально. Я реально. Будем надеяться, что у них, смотри, у них 2 пингера, один лан и один более-менее пятнашка. Вот так. Тем временем, а у нас дабл дэмэдж еще на распе, а Нидэними уже прибежали воевать вовсю. Ну они готовы побеждать. Нидэними настрой, да. Ну, я говорю, вот, и ты, и те команды уже выходят из группы просто 100%. Я правда даже говорю. Даже независимо от распеха. Да, да. Потому ой, Караваев. У них уже по 2 победы есть. Караваев минус 2. Да, молодец. Давай, Караваев минус 3. Караваев минус 4 давай. Ну нет коня, ладно. Караваев минус 4 и взятый конь. Конь не дает ему дело сделать. Эйс остается за терров. Караваев, в принципе, справился за молодого. А, нет, переходит. Переходит. А, переходит. Значит, я должен... То есть у нас Нидэними занимают за КТ. Неправильно, кстати, делают. Проще за дефенс начинать. Не знаю, мы всегда, когда за атаку начинали, всегда выигрывали. Всегда выигрываем, если за дефенс. А, кстати, да, мы всегда за дефенс выигрываем, сори. Я не могу смотреть. Мне проще было, когда у меня были вот слева контры, а справа теры. Мне как-то даже смотрелось. Все, лайф, ребят, лайф. Ну ладно. Слазь. Хорошо. Так, у нас задержка, да, есть. 30 секунд. У дабл дэмэдж рез под Б. И что-нибудь делать? ХЛТВ 30 секунд задержка у меня. А Нейман бежит сразу под Б. АФК стоит, нет. Думает, да. просто думает, что делать. Типа, ну го бэ, чё. Смотрим, Б встречают конь, и смотри, с двумя... Я буду за коня встречать. Ой, о, фейл, флешка просто. Найс. Ну, это по дефу. А смотри, как Зиг будут встречать просто. А, все, они уже, походу, догадались, что это Зиг. Да, это фаз Б. Да. Конь. Я буду смотреть за конем. Ты как хочешь. Сейчас будет хайлайт, смотри. Давай. Нет, не хайлайт, ладно. А, нет, он еще... Ой, ребят, просто разбился. Конь коня. В спину просто. И ладно. И кончил. Ай, релоуд! А, 4-8. Эпично. Совсем чуть-чуть просто. Это было. Да, это был эпик. Да. Типа, ребят, возможно, из дабл дэмэдж были бы 19 хп. Ребята из дабл дэмэдж были бы USP, то возможно что-нибудь бы получилось. Да. Были бы немного иные позиции. Не убили коня просто, который должен был умирать уже в самом начале раунда. Что у нас... Что делают дабл дэмэдж? Они думают, что делать. Думают опять, да, что они делают. Они угорают. У нас
Юнемит, походу, идет на чек. И смотрим за ним. Он, походу, на льду, ребята, вы что, дебил, что ли? Что вы там делаете? Юнемит, походу, чекает, смотри, а, они все с глоками. Да. Вышли мидл. Назик вышел. Видит, видит на косы, на косы. Да, 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 да. Убирает коня. Нет, не убрал. Изи, изи убирают. Да. Ну что, дальше девайс. Понял, это один, он видит. Молодой, походу, будет с ОВП играть. О, смотри, смотри за Теллу. Смотри, куда его подсадили. Он же ждет так Зика, его смотри, а сейчас его в спину. Нету. О, сейчас в спину. Бам! Ясно, понятно. 2-0. Очень даже не. Третий раунд, дабл дэмэдж, интересно, закупится? Нет, я думаю. О, да, да, закупаются. Да? Ну, да, закупаются, ну, ребята. Ну, стоял же. Фиксер, смотри. Не попал. Ой, не поймал. Опа, не попали. Так, что у нас по рост... О, смотри, двое занимают рекламу. Mm-hmm. Это будет подсад на инфу. Или на зажим минус 5. Ха. Ну, зажим минус 5, но я так думаю, под то, что инфу. Думаю, а, ну, в принципе. Все возможно. Ой, караван, чекает опасно. Ой, хорош. Вот. Молодец. Просто молодец. Да. Вышел, убил. А, так, дальше. А 2DL проходит Мидл. Один с ВП. Да. Так, сейчас. Так. Чекнули, рекламу чекнули. Убивает Караваева где-то. Спалили рекламу. Попадает Авик. Попал Авик. Исправился. Да. Так. Трое длина. Смотри на Аспика, смотри на Аспика. Вот просто смотри за вот этим паром. Смотри. Оп, моменталочка. И он белый. И никого не видит. Оп, фиксер. Забрал его. И ребята возвращаются просто. Это походу фаст Б. Фаст? На 30 секунде раунда. Уже не получится. Фаст, братан. Так, ну бомба стягивается по Б. А Насик вышел Зигу. Я в этом время изи на Б, смотри, на Б, смотри. На Б бизи. Ну ты не знаешь, что бомба-то на Б, он да, не знает. Да, он просто что у этих парней бомба. Убили. Авик-то убил. Это неприятно. Ну, я бы сказал панику, я говорю, он ему дал чуть ли не в голову, но просто юнейма забирает. Юнейм, да. Он почувствовал, что не успеет поставить 17 бомбу, потому что там 3 секунды. 17 хп у Авика оставалось. Смотрим на... На респ. Дается дым на мидл, еще и аркада. Аркада от коня. Аркада от всех, побежали. Побежали. Кстати, конь дал два. Конь дабл дал. Дабл? Дабл. А, или его только что взорвали. Смотри, как тебе, смотри, как два тера лежат, смотри. Мог дабл. Вот, смотри, они зашли мидл. Может, два тера лежат, такое ощущение, что дабл. Нет, мне кажется, это не дабл. Мне конь кажется... был. Ой, смотри, распал какая у дабл дэмидж по 2. Да. Это фаст? Нет, это не фаст. Или фаст. Или фаст, да. Нет, я думаю, они останутся в Т-шке, потому что это неразумно делать такой быстрый фаст. Нет, это не фаст. Ну, их это не останавливает. Они... Вот только что Насик вышел белый абсолютно. Тупую, конь умер, конь убивает физку. Вот конь смотри размен. За конем просто. Этот пацан такой творит. Я со своим фиксером творю. Фиксер, смотри, что делает. Ну, фиксер отрезает мидл, все правильно делает. Караваев убивает конь. Конь шьет. Оп. Конь минус один зажимом. Конь спалил платформу. Фиксер панит просто. Конь не может попасть, фиксер убивает. Фиксер минус 2. Молодой остался. Один. Держаться, Настя. 23-100. Ай-яй-яй. 10 секунд, если у Настя. Ну, хорош. Дефуз. Успел. Успел, да. Подожди, а сколько бомба дефузит без деф? 5. А, успеет, у него деф есть, так, у него деф. У меня просто не видно. У меня то видно только хп сейчас. На барах вообще. Ой, это не есть хорошо. И я думаю, это будет Зиг плюс ДЛ. Может быть. 15-3 у коня. Все зависимо от инфы, кстати. Если... По-моему, он не видел никого на Б. Опа. Посмотри, конь один занимает Б, и Бизи смотрит, выжидает Зиг. Опа. Бизи отрезал. Аспид дал бёрст. Да. Это раунд, если сейчас
Вот Да, так. это Это раунд раунд за за нидеа. неденами. Минус безответные минус 3. Вот неденами вот правильно делают. Они сделали килл, отошли. Сделали килл, отошли. Они как, мы килл сделали, понеслись в аркаду, побежали, Да. аркадим. Жмем и умираем. Ну это ДЛ, а посмотри, смотри, как коровая его позиция. Он слышал пацанов на ДЛ. Все просто на зажим. Он слышит, но. Опа, его чекнули, между прочим, как не убил. О как. Фиксер с Савиком. Ждем мувики, демки просто. Давай. Он им за фиксер ждет спину. И слышит. Конь туда бежит. Ну чё, конь или фиксер? Фиксер или конь, на кого ставишь? Фиксер слышал. И мне кажется, он будет ждать коня до конца. Я до конца, да. О, флешка. Флешка. Его это ничуть не пошевельнуло даже. Конь, смотри, отходит, знаешь, что его ждут. Топнул, типа отошел. 15 секунд. Ну, мне кажется, они зажмут его после того, как время кончится. 10 секунд. Сейчас, смотри, конь. Кончился. Опа! О, колесо, привет! Ну и молодой вышел уже просто. Дал там. 4-2. Неплохо. Колесо, привет, да. Раунд. Он затурик колесо, привет. Я правду говорю, что. Это потери, с одной потерей. Раз. Ну, кто умер? А, дабл дэмэдж, да, фиксер убил, да. Точно. Ребята под Б, да, но какой-то странный Б. Смотри, орнамент уже калёный. Посмотри, да, орнамент. Аспик ушел. Ему не понравилось. Орнамент сейчас просто посмотри. Так, конь. Сейчас я. Ребята стояли в тэшке. Опа! Сыпется. Все, посыпались, дабл дэмэдж. Опа. А чё, молодого не танцует, что там А, ну смотри, бомба ушла с Б вообще. Ушла она на респ. О, делается посадка вниз. Я килл забираю! Лол, дабл! Минус 3 от Аспика и минус от молодого. 5-2 в пользу неденими. Найс. Клей момент. Так. На 8 у вас располагаются террористы. Заходят они в банку. У них глоки. First fast deal. А, нет, здесь один калаш. 4 глока, один калаш. Кто же принимает? Ага. Молодой никого не зажал. Получил за это в лицо. Все, я ворвался, да? А, у теров эко зашли, а, не поставили бомбу и умерли. Один калаш есть у теров. Ой, смотри. Что у тебя был? Что? А? Что у тебя такое-то? Да, ничего. Ну ладно. 6-2 в пользу неденими. Это Б, походу. Вдвоем? Это не Б. Респа была под Б, но это не Б. Смотри, конь. Какой Б не выпустит, я думаю. Думаю, да, конь такой. Просто все попытки карать. Ну, смотри, он правильно делает. Когда на Б. Без руки я получил. Без руки. Смотри на Аспик. Смотри, какая у него хорошая позиция. Он сейчас просто ворваться в Т-шку, его не ждут. А там кто? Там только Фис. Фис к нему спускается. Смотри, сейчас он получит 9 грамм. Вот так. Отлично. И свалил без потери хп. Вот, просто. Видишь, вот так вот действовать надо. И как мы делали все время. Ой. Убили и ваш. Смотри. Вот так вот это был. Молодой. Слепой. Ну, походу, раскид мидл и выход мидл будет. Либо мидл, либо Б. Или по центру. Я думаю, они покажутся на мидле и уйдут под Б. Аспик слышал мидл. Думаю, он слышал, потому что это... Ну, в любом случае, есть каравай. А, ну, да. И конь. И конь, ну, да, и конь закрыл мидл. И ГГББ. Ну, если только сейчас... Эти напарники делают, что ли? В нижнюю ушли двое.
Если инфа то что. Конь слышал. И все, сейчас будет еще просто. Ай, не убил! 2-2, а 2-3. Без потерь. Смотри, вот сейчас конь как возьмет его. Конь слепой, нет? Нет, не слепой. Порвался? А, да, да. Нет, попал, попал. Они засейвили. Сейвили девайсы, причем без потери денег, даже без там с каким-то плюсом будет, потому что они выкинули бомбу, успели. Да. Да, там мне плюс кажется, какой-то то, будет. Бомбу уже фиксанули то, что бомбу, если. Да, разве? Ну, фикснули. Мы можем проверить, знаю. В принципе, попозже. Потом, да, не проверим. О, это Б, это Б, это Бизи! Это мувик, нет, это не мувик. Подожди, подожди, еще не мувик. Бизи, нет, Бизи, Бизи мешает. Нет, не мувик. Бизи не мувик. Убил. Коня сняли, потому что у него было 12 кп. И Бизи, смотри, врывается со своим АВП. Бесстрашный такой парень. Почему ты стрелял? Я не знаю, он был в руках с бомбой, он хотел поставить бомбу. Он достал кольт и не стрелял. Не знаю, тогда не знаю. 8-2. Неплохо за дефенс. Надо 2. Аспект сегодня, видимо, еще не разошелся. О, вот это просто. О, ладово за. Так, ребят. Смотри. Не сыпаться. Они... Вышли Зигу, да, я знаю. Смотри. Ой, на. Бог умирает. Кровавая пушка. Знает про Зигу. Ай-яй-яй. Еще за один. Ай-яй-яй. Ай, умирает патроны. Конь взял АВП. Конь 1-4. Смотри, мувик. Ой. Да ладно, вот сейчас как не попал. В такой ситуации даже сейчас я попал. Сейчас как не попал. Сфейлил. Не, ребята, думаю, просто взяли. Смотри. Мы 8 раундов за дефенс взяли. Что нам еще нужно, чтобы выиграть эту игру? Не денами просто, смотри, они привыкли, что дабл дэмэдж просто тормозят и ждут их. А сейчас дабл дэмэдж просто быстро выбежали. Даже минуты не прошло, как они выбежали и забрали плэн. Ну, смотри, сейчас взорвётся. Минус 40. Каравай, смотри, какая флешка. Смотри еще. Я ищу. Каравай просто грамотно флешки откинул. Хм. И хаешку в закон. Насик, 160 хп. Походу, еще мидл. Гига отошли. Нет, это, мне кажется, будет Б всё-таки. Смотри, топ будет. Ой, Аспик, хорош. Все, Бизи на Б. Бизи ждет. Бизи занимает позицию Аска. И... Прям. Ну, это позиция Аска, серьезно. Прям позиция Аска. Прям там больше никто не стоит, да, кроме Аска. Не знаю, я, по крайней мере, не видел. Ой, Бизи еще стоял. Бизи дал минус 3. 9-3. Бизи молодец. 9-3. Выполнил свою задачу. 9-3. Да. И, походу, воля, закуп. Воля закуп. Закуп. Павел воля закуп. Маргарита какая-то мне пишет. Ты успеваешь это все одновременно делать? У меня iPhone под рукой. Ох, конь получает лицо. Вышли Б. Два. Не убил. Дал в щит. Прострели же. Да все, правильно. Дает хае, сейчас взорвет. Взорвал. Еще 18 хп, еще у одного. Бомба. Прости, Маргарита, я тебя не знаю. Аспик хороший минус. Все, вот ласт, динамик, ласт, смотри, вот кого он ждал просто. Аспик смотрел очко, а тем временем, когда уже дали инфу, что выходят из тэшки. Ну, бывает. Понимаешь, что он делает. Может, скайп залагал. Скайп. 10-3. Я думаю, это бесспорное. Наверное, 12-3 или 11-4 за неденами. Плюсую. Вот что, мне нужен был нормальный напарник, а не... Так. Это всё, что нужно по нашему стриму. Хае дается. Банку под всех! Под одного, они все банки. Ну ладно, видимо, ушли. Так, хорошо. Тейл сейчас пытается выйти в мидл. Ну? Опа, видит, он поел. Идёт, получил. Ой-ой-ой. В лицо 9 грамм. Конь закрывает. Молодой должен закрывать. Да, закрывает. Да, хорош. Сейчас молодой. Да. Ай, нет, не попал. Не попал. Там буквально пикси там над просто... головой. Да, просто фартануло.
Или парень нет. просто в рубашке да. просто играть начал. Это выход Б? Немедля еще есть. Фикс, да, это походу Б. Вышли Б и... Найсик, смотри сейчас. Раз. Еще в него стрельнул дэмэдж. Ой, он нами, то есть. Найсик сейчас минус 2. Ой, зажал, Найсик. Ой. Найсик зажал просто. Если бы он не зажимал... Ладно, раунд вытянут. Минус 2, может даже минус 3. Ну, раунд вытянут, самое главное. Ну, значит, это, кстати, я уже, не знаю, 11-4 это или... Скорее всего, 11-4, кажется. Оооо, не попало нейм-то опять. Ребята, таких нельзя попасть. Молодой 49. Ну, это в руку. Он стрелял-то в голову. Так, бизи займ. Ждёт зиг. Дается флеш мидл. Вышел. Дэнами понял, что не нужно снимать близкие позиции. Конь умер, да. Конь ГГБВ. 4-5. 4-4, молодой размен. Конь увидим с затеров. Это будет Б через мидл. Бомба ждет через Т-шку и походу на Б никого. Нет, изи. Изи. Ой-ой-ой! Как он попал? Вот это. Ой! Да. Да. Немит просто, ну... Это печально. Не воспользовался шансом. Если бы он убил второго, то вполне возможно, что Немит бы его не убил, и там уже поступать не было. Опа. Молодой. Фиксер, смотри. Каравай просто бежит просто на Б. Потому что там они... Танцпол! Чекнем! Ой, фортануло! Ой, это вообще... И хаиш. 5. Хорош! Нет! 10-19! АВП! АВП у Юнеймита! И... Что же? Крути! Крути, хорош! Да! Дефы есть. 11-4. Есть деф. Вот они, эти дефы, которые спасли этот раунд. Вот они, просто вот это... Это сурово. Просто... Караваев вышел, минус 2 просто порешал бы сама. Минус 4. И у нас старты боевые. Ну... Тут либо мидл, либо зиг плюс ДЛ, не Дэнами. Динамит, скорее всего, зиг займет. Смотри, что делают дабл дэмэдж. Они не занимают ДЛ. Они вообще? Делают опору... Ну, вообще, они делают да, опору тоже, на зиг. Мы тоже отпускали зиг. Ой, мы медленно смотри, трое зиг, они, походу, угадали. Динамит на чек. На. Динамит, всё, Динамит убили. Сейчас просто, если потом ДЛ выйдет, смотри, кого они порешают? Два, все. Все. И смотри, минуса. Зиг плюс респ. Смотрю, угу. застрел. Так, все, аккуратно. Бленд убирай. Вот. И все. Ой, молодой, всё, смотри, тихо. Смотри. 100 в 17, нет. Нет, Найсик все-таки минус 3 свои додел. И минус 2. Найсик. Дефьюз бомба. А, по-моему, минус 3. Минус 5. 2. Ну, на тап нажми. Я вижу. 2 фрага. Вижу. Ну, значит, минус 2. 2. Точно 2. А, точно надо не забывать. Так, это 11-5. Да. По-моему. 11-5. Так. Математика плохо. 1-4 плюс 1. Не знаешь, сколько будет? Печаль. Я думал, те, кто живут в Москве, ты знаешь. Ой, конь выжил. Конь такой аэр сделал сейчас. Просто конь да? использовал свой блок, да. Конь сделал аэр. Ой, смотри, как тихо да, нормал. Минус 3 просто вовремя. Зажал. По таймингу парень. Такой конь сейчас смачный аэршот отвесил просто. Пользуй свой блок по полу. Слушай, ой, у не мибай. Это Бен. Это фаст Б. Да. Либо это выход мидл через Т-шку. А шумят сейчас? Нет, это Б точно. Все, это зашли Б. Шли Б. Ой, взорвался ПВ. Вот это вот сейчас флешка, а вот от кого от коня, по-моему, была. Молодец. Затормозила атаку. Так, сейчас в очко почти. Должны еще бить очко.
Если думает, что его... Всё, очко. За очко, одна штука. И Шумин за очко должен быть. Не видит Артыка. Ой, хорош, лупанул, изи, просто вовремя. Знает, а Нейман, хорош, не убили танцпол дальний. За это получили. Бомба правильно стояла. Можешь бомба... Не дыши, блядь, микрофон. Не дыши микрофон, пожалуйста. Это будет самым хорошим, что ты можешь сделать. А ты и так, пупсик. Опять Б. Бежать. Бежим! Дается ближняя хае. Давай, не ожидал, да. Ой, метадон таки вышел. Метадон вышел с ним спика все-таки. Конь слышал. Конь зажал. Как это уж зажал? Смотри, аспик просто ворвался мигом. Не знаю, да. А, нет, не узнаю. Все, дается хае. Вот так. А, да, неправильно вышел. 13. Ну, ничего страшного. Аспик. Аспик потер за всеми. Все улики. 13-6. Аркада мид. Железку зашел. Пауз. Аркада мидл. Я думаю, она есть, потому что туда откинули дым. Опа, залез Аспик от Караваев. Караваев вовремя, да, ворвался. Ну что, должен просто собирать, пацан. Найс, а фиксер, 2 хп, где он? А, его убили. О, нет, фиксер. Да, фиксер мёртв, я знаю. Ох. Фиксер жив. А Фискер? Знаешь, фиксер, у них есть фиксер, а есть и Фискер. Фискер было 2 хп, его убили. Сейчас уже не знаю, потом, где он. Ой, минус 3. Ой-ой-ой. Сейчас минус 2 просто делать, и все, и парень залрал. Ну, бомба это 10 секунд. А, бомба стоит, я не обратил внимания. Ну да, это сейф. Кстати, опа. Смотри, его сейчас могут уйти. Да. 24 хп ему оставили. 20, ну. И вот стоит сейчас изи, да, убил! Добил! Значит, начал он куда-то стрелять, непонятно. Да, прыгнул ХЛТВ, у меня тоже. 14, 2 раунда надо не дать. Минус 1 молодой. Ну ничего страшного. Взял Авик Караваев. Нет, не видит он Авика. Авик потому что ушел, по-моему, да? Авик вообще на пол ушел. Я не понимаю, это... Да, и... нет, это 3, а... 2, 1 зиг, то есть 2-2-1 сейчас, можно сказать, так играют. ТТ и... 2D делается на миде, они еще не знают, что Авик вообще на Б. Не, ну ой, на А, то есть. А не, вот они, твой мидл. По ним, кстати, вообще вышла аркада из Зига, так попала неплохо. Конец сейчас просто. Ой-ой-ой, тело получает. Аспик дал еще хэдшот напоследок, насику. Так. Ой, смотри, сейчас. Ой, фиксер. Фиксер! Умирает. Фискер еще на медле. Караваева ждут. Ну, не Караваев, да. И конь, смотри, сейчас спину про него не знают. Конь вообще опасный тип. Ну и это раунд за... Не дай не ми. И сколько у нас? 15. Это 15 будет. Ой. 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 Бомба? Бомба. Бомба. Нет. Бомба была в изи. 15. 15. Ласт. Классно даже взять тренинг. Чтобы покарать. Ой, смотри, Тейл флешку ворвал. Думал, он сделает минус 2 хотя бы. Караваев убил Фискера. Так, уже смотри, Анамент уже. Unnamed, то есть, если уж совсем так. Если есть на 2, по-моему, потому что ему не слышно. Ему сейчас не пальну. Сейчас Аспик, Опа. Здорово, братан. 1-5. 1-3, то есть. 1-5. Я уже думал, что вообще все плохо. Сейчас, кстати, может валбанк дать, если бы он мог дать валбанк.
Кому? Да хотя бы телу сейчас. Смотри. Просто да. На шару пальнуть вот так. Они просто ждут, пока Бизи выйдет за бомбой. Да. Бизи, по-моему, не собирается этого делать. Бизи хочет просчитать, где они стоят, и забрать их. Слушай, можешь просто очку купить? Раз. Еще этот. Есть инфа о нем, и уже... Один в респе, второй на этом. На меде. Стой за косым. На фиксера. За косым. Стой на фиксера. Ну, за косым. Давай, прострели! Ты мог прострелить. Прикинься, здесь покинься в албанк. Если бы он дал вам банк, то он стоял уж совсем не очень есть. Хорошо. Ну ладно, 7-15 нормально. Типа была под Б, в принципе. Они идут. А Неймент опять рвается, мид уходит. Смотри, сейчас, какая инфа сейчас. То, что в Т-шке никого, и слышишь, что Зиг да. Все. И сейчас просто смотри. Ну смотри, Найсик. Что сейчас будет. Давай, Аспик уже вышел, а смотри. Аспик. Он не слышал. Слышь? Дабл? Нет, просто он просто положил. А может и дабл, хотя ой, нет, вот этот, а, вот да. Этот вообще сейчас ваншот. Один в три, давай. Твой час, братан, давай, хорош. Слышит еще одно. Ой, Зиг, он попал по Зиге. Он Зиге снял еще 40 хп. Да. Пиз просто сейчас чудесно. Первое, ну, минус 20. Минус 3 с ОВП. Да. Это был решающий, наверное, минус. И Намет не слышал то, что Зиг протопали. Не слышал? Нет, он до конца шел в Т-шку, он не слышал, что Зиг протопали. Аркаду мидл. Видел Бизи Аркаду мидл. Да, дал инфу. Найсик, трое Б. Трое Б занимают. Да, трое Б занимают. И смотри, что сейчас по Намету посмотрели. Смотри. Нет, Аспик вовремя. Аспик карает. Ну, парни более-менее расходятся. 9-5, так же как и Бизи. Так, что делают-то? Что они вообще делают-то? Та. Что они делают? Аспик сейчас выйдет и получит около бграмм в лицо. А нет, в тело. Ну и это минус 2. 4 в 3. И, по-моему, тел видел. А, нет, тел своего видел. Фискер. Найсик. Конь, смотри, не знает, не слышит его. Не знают коне. Бизи, смотри, Бизи, смотри, Бизи! Фискер. Бизи! Два. Два лавика принимают, смотри, с респы и с Зиги. Ай, да, еще и покарал. Это хэдшот, просто Бизи минус 3, это будет великолепный минус 3. Да. Если бы был размен, то было бы очень хорошо. Было бы 1-1. Да хорош дышать в микро. Если бы они знали то, что на арте во двое, они пошли бы поста залетели и ну, конь вышел, мидл получил. Что-то как-то не до номера расслабились на 15-м. Или может дабл дэм что-то. Нужно микрофон спрятать, просто подальше его. В Сибири? Да, в Сибири его спрятать. Меня же так слышно, хорошо? Да. Ой, хорош! Бизи просто так накарывает всех! Смотри, а не попал! Че, Насик, что делать? Насик зашел в мидл и не чекнув Т-шку, просто смотрел на Зиг, его убили. Это просто Б. С Т-шки, знаешь. Да, это Б. Давай. Ой, ай, эпично. Давай, да. Сейчас, видел, да. Бизи, видел. Ой, дал в руку. Ой. Бизи, давай, братан. Только не торопись, у тебя есть 35 секунд. Ну будет до упора выходить. Сейчас я пойду поджимать в Т-шку. Сейчас, смотри, сейчас в щепке стоит. Сейчас ворота просто стоит, чекни ворота, братан. Просто выйди, убей ворота. Ворота, выйди, убей. Да. Все, я. Все, он может решить игру. Так, сейчас спасается бомба и. Щепки. Просто смотри, щепки. Куда ты? Куда ты? Ты что? Ой, фейл. Просто. Он не знал. Он думал, что Т-шка будет. Блин.
не знал, не знал Юнамид. Он думал то, что они, знаешь, как встали, Юнамид 1А и это Б. И он, видимо, ждал его с распыля, а Юнамид близко был. Юнамид тоже да. Вот, вот такие моменты просто самые обидные. Фаст Б. Нельзя выкатить. Третий раунд подряд наберет его 15 000. Откуда деньги? Он третий раунд тратит по 5 000. Ой-ой-ой. Целл неплохо минус 2 дал. Ай-яй-яй. Понял. Дабл дэмэдж собрались, по-моему. 2 в 3. Знают про Тэшку. Не знали про него. Блин. 11-15. Дабл дэмэдж просто собрались и нарушили всю мораль дэмэдж. Да подожди, что не ищешь? Может стоит, может стоит перестать ходить Б? Какой счет? 15-11. Честно, я хочу овертайм. Я хочу посмотреть на это просто. Чтобы было 15-15. Не, ну просто понимаешь, было сколько? 11-4. Ну вот. Если вот сейчас такой был бы... Они 2 раунда взяли и начали лететь. Караваев забирает на Б тело. Просто если один смотри, сейчас фиксер. Фиксер. Ой, сейчас фиксер будет просто карать. Раз. Назик убил еще. Фикзик. Фикзик. Знает то, что, видимо, зиг будет, но зиг никто не хочет найти. Просто, когда, я помню, прошлое, нет, не прошлое, раунда 2, наверное, да? Ладно, смотрим, за выходом. Походу, вообще бы. А он об этом никакого... А, один я нанят. Блин, если его и если его не чекнут... О, вот у него сейчас позиция просто. Если его сейчас не чекнут элементарно... Кто там? Если его сейчас... Его, наверное... Не кидать бомбы, нет. Так, топают. Он слышал их наверняка. Они, он смещается. Юнамида не чекнули. Ай! Юнамида не чекнули. Умирает сразу. 2 в 3 опять. Оух, Тэшка надо аккуратно играть вообще. Там Алик. Тэшка сейчас вообще нельзя показываться. Да, зато что за очко. Слышал про очко. Зашли ворота. Били! Ой, что сделал? Хорош, ГГ! ГГББ, ребят. Вот это! Вот и причем, знаешь, молодой, и на ХЛТВ slow motion включился. Mm-hmm. И там было видно, как он тух-тух-тух, и второму еще щи повесил.